Ну, появление, что можно сказать, опять неважно, чуть начали, пропустили два гола, но потом команда собралась, взяли себя в руки. Видно было, что запас был на сегодня на победу, но опять же нельзя пропускать первом матче, поэтому старались сегодня от ребят добиться, чтобы они повели в счете, но так не получилось, но все равно проявили характер. Сыграли грамотно и довели игру до победного конца. Поэтому всех болельщиков с победой и готовимся дальше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.